Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. У нас, как всегда, сегодня такой насыщенный ролик. Прошу вас всех и каждого досмотреть до конца, что у нас происходит сейчас на данный момент. Буквально позавчера мне позвонили, я ехала в приют, и мне позвонила женщина, что на одной из остановок нашего города сидит собачка, и у нее раны. Я тут же развернула машину и поехала по данному адресу. Подъезжав к остановке, я увидела данную собачку, никак еще не назвали. Может, вы поможете нам с именем, которая просила помощи у всех. Она подходила к людям, прижималась к людям и прям вот просила ребенок просил помощи. Но вот это безразличие людей поражает. Я остановилась, подозвала ее к себе, конечно же, начала сразу брать, не зная, что у нее еще покусы и порывы на передней левой лапке, прям под лапкой. И то есть, когда я начала ее брать на руки, ей стало больно, и она начала агрессировать. Покусала мне руки, но это ничего страшного. И убежала от меня, потом уже разговорами, уговорами. Я говорю: «Зайка, да пойдем». Я говорю: «Я тебе помогу». Я говорю: «Ты же сгниешь». И знаете, она ведь услышала, подошла, помогла мне одна девушка, там, спасибо ей огромное, подержала дверь, вот. И мы поехали в нашу ветклинику. Ее прооперировали, сейчас девочка находится на стационаре в нашей клинике. Сейчас поеду, передам ей вкусняшки и посмотрю в целом, как ее самочувствие. По поводу щенков и энтерита, да. Вы все знаете, что у нас масса щенков сейчас, да, у нас очень много щенков, и щенки были привезены месячные, без мам, и никто не болел энтеритом, никто. А вот эта вот мама с четырьмя детишками, к сожалению, была взята с улицы, но мама у самой иммунка никакая, потому что мама имеет и глистов, и блошинный дерматит, и подкожного клеща, поэтому иммунка никакая. Хоть щенки и сканились, но, к сожалению, видимо, приехав в приют, сменилась обстановка, климат, плюс питание, и щенки без иммунки вот так вот, к сожалению, пострадали. Но вовремя все было сделано. Огромное-огромное спасибо хочу сказать нашей ветеринарной клинике. Спасибо, девочки, вот прям за слаженность, за работу. Да, девчонку, конечно, жалко, но, видимо, была самая слабая. Мягких тебе, зайка, облачков. Встретитесь сейчас там с Лисонькой. Мальчишек нам поставили за 2 дня. То есть на ноги, да. Один из мальчиков был тоже плохой. И каждый мой звонок с клиники Тамары Михайловны меня приводил в ужас. Но девочкам огромное спасибо. Сделали все, что в их силах. За двое суток, то есть полностью... Энтерит, как будто его и не было, да, дети себя чувствуют прекрасно, кушают, и это, конечно, удивительно. Я обязательно теперь попрошу у девчонок, чтобы они мне дали схему лечения энтерита такого сложного. Вот, ну и сегодня мы расскажем о том, что в нашем приюте побывали волонтеры, теперь они будут ездить с такой, сказали, почаще. Постараются приезжать к нам каждые выходные, за что им огромное-огромное спасибо. Также наш приют посетили 2 женщины. Вот. И моя такая большая дружная семья. Сегодня наш ролик еще о том, что сегодня я оплатила последние 25 тысяч 500 рублей на питание. Денег нет совсем. То есть вот вы видите карты, PayPal. С финансами нету совсем. Но спасибо хочу сказать вам огромное-огромное за то, что вы помогли нам оплатить передержку. Вы откликнулись. Мы оплатили передержку. Я оплатила Марфушу 27-150. За детей было переслано в клинику 33 тысячи. Ну и сейчас детям надо покупать пока корма гастро. Ну вот вчера я купила баночки, вот 6 баночек я взяла. Сегодня нам на вечер еще осталось 2 баночки. Корм сухой гастро 2 килограмма стоит 1800. Ну то есть не дешево,
Плюс пеленки. Пеленки, вот я вчера купила пачку ночью ездила. И сегодня вот день, и у нас уже нет пеленок. То есть, ну, мы постоянно писаем, постоянно какаем, вы понимаете, да, что это дети, что это щенки. Ну и, конечно, все-все ваши любимые собаки, все ваши любимые зайки ждут помощи на питание. Денег нет совсем. Это питание на 4 дня. Я обращаюсь к вам, к каждому. Нас 7 тысяч. Мои дорогие волшебники, наши любимые друзья, подписчики, спасибо вам за искренность, спасибо за то, что вы с нами. И я обращаюсь к вам. Нас впереди конец месяца. Нас ждет реально голод. Я не могу себе этого позволить и допустить. То есть, и как всегда, я обращаюсь к вам. Помогите, помогите нам. У нас нет абсолютно средств на питание. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Так, у нас сегодня народу много. Так, ну скажите, вот, да. Так, скажите, пожалуйста, вот прям к вам обращаюсь, ко взрослым. Как ваше впечатление о нашем приюте? Очень даже хорошо. Как приятно. Нет, как собачки, в каком состоянии? Вот это прям важно для... Очень чисто, очень хорошо. Упитанные, накормленные. Хорошенькие. Это вот самое важное, чтобы люди... Очень довольны, да. И я очень... Да, потому что для людей важно, да, что собаки питаются... Интересно, как они питаются. Натурально. Собак очень много, а как они питаются? Я вот спокойно. Собачки. У меня и уличные также питаются. Я для них делаю, девочки, все. И я вам, да, благодарю прям вас. Мне жалко, конечно, животных. Ну, я для них делаю все, да, потому что я считаю, что... Вы действительно делаете все. Все, что в моих силах, я делаю до моей зайки. Меня зовут Юлия, я специалист по работе с молодежью и работаю в Октябрьском. У нас идет неделя добра. Ой, ну честно говоря, вот я прихожу к убеждению, это вот просто эта неделя, когда мы так анонсируем вот то, что мы делаем, это нужно делать каждый день, в общем-то. И это мы делаем, но порой себя обесценим, а обесценивать себя не надо. Вот, и сегодня мы приехали в замечательный питомник, вот, все тут наполнились после... до того, как пообщались с этими животными замечательными, такие радушные, такие классные, блин. Сначала было страшно, вот, но потом прям уже сконнектились с ними, так скажем. Вот у нас... здесь работник еще, моя коллега, специалист тоже по работе с молодежью, Ксения. Да, и, кстати, мы являемся волонтерами сводного отряда. Сводно-волонтерского отряда «Позитив». Вау, да. И вот наш представитель, все не смогли сегодня приехать, но это только начало. Мы будем, да, приезжать и помогать по возможности. Всем, кто смотрит это видео, подписывайтесь на канал и скидывайте деньги, донаты, потому что собакам нужно есть, и нужна помощь. Большое спасибо, это очень важно.